Дорогие друзья, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы написали такие трогательные комментарии к нашему первому видео. И сегодня я предлагаю вам вместе со мной приготовить кролика под сливочно-морковным соусом. Вам понадобится кролик 1 штук. Ой, я бы сказала 1 штук. Репчатый лук 2 головки. Чеснок 3 зубчика. Сливки, желательно жирные, 600 мл. Килограмм моркови, ну и соль, перец по вкусу. Кролика надо порезать на порционные куски и обжарить на сковороде до золотистой корочки. Вам показали амурку в сравнении с кроликом, мы ни о чем не подумали, что мы же амурку любим. Просто действительно похож, к сожалению, когда покупаешь кролика и думаешь, кошка это все-таки или кролик. Но... это все-таки кролик. Но это кролик в данном случае. Хоть и розовый. Хоть и розовый тоже. Безусловно, мы не хотим себя сравнивать никоим образом с асами кухни, которые ведут свои каналы, телепередачи по телевидению. Да, и на мишленовские звезды тоже. Да, мы не тянем никак, но мы выработали определенный слоган для нашего раздела канала, посвященного кухне. Это просто, быстро и вкусно. Суть в том, что мы хотим посвятить его именно тем рецептам, которые готовятся очень быстро. Надеюсь, вы с достоинством оцените наши рецепты и будете тоже готовить их у себя на кухне. Я их уже оценил, поверьте. Оценил рецепты. Понятно, по моей морде видно, что я оценил все рецепты, которые Таня готовит. Сверху всыпаем морковью. Заливаем сливками. И тушим 1 час на умеренном огне. В процессе варения не забывайте помешивать кролика и добавить соль, перец по вкусу. Ну, и в конце варенья мы добавляем чеснок мелко порубленный и 2 ложки крахмала. Я его заранее развела в молоке. И добавляем кролику, чтобы соус загустел. Ну что, наш кролик готов, и мы будем пробовать. Главный дегустатор это я. Заметно. Это заметно, сказала Таня. Да, это заметно, ребята, правда. Сейчас я попробую это дело. Что же там получилось у нас? Очень вкусно, ребята, рекомендую. Очень-очень вкусно. Очень-очень вкусно. Надеюсь, Танин рецепт вам понравится. Просто, быстро, вкусно. Оставайтесь с нами. Пока-пока.